Друзья, всем привет! Мы вернулись. Сегодня 23 марта. И мы поехали обкатывать технику перед выездом 1 апреля. Точнее, 6 апреля будет очень веселое видео. Через 2 недели будем снимать. Сегодня у нас Одис. После полного ребилда, оклеечки, фары, много чего сделали. Хозяин попозже все расскажет. Мой. У меня немножко подвеску покрутили. Лехин, резина, тоже много чего перебрали. Освежился, выхлоп сделали. Сузуки тоже перебрали, сделали выхлоп. Звучат, конечно, они громковато. Но посмотрим, как это будет в итоге работать. Сегодня погода, конечно, такая себе, но я думаю, повеселимся нормально. Мишаня расскажет про вложение в Одис. Без калькулятора. А это со своим выхлопом орёт уже. Как вы поняли, Лёха сделал выхлоп. Да, это... да, да. Хорошо идет. Ну давай, послушаем тебя. Ну что, поставленные все иксы, сделанные под них сваренные крепления. Как бы, ну, не очень круто получилось, но будем печатать на 3D принтере пластиковые. Потом установлена Аврора, заменены жижи. Все. На коже, кто-то говорит, нахуй надо. Дубль 2 подождем. Давай. Вдруг же надо долить, и все равно это сильно удобнее, чем вот эти шестигранники. Настроен стандартный юитовский комплект вот этого говна. Поменены пружины местами. Задние поставили пружину на морду, с морды на жопу, и на жопу поставили проставки пластиковые. У меня, кстати, такие же теперь попробую. Работает теперь нормально. Не знаю, сейчас по катушке покажу. Ты колпачок потерял. Скажешь, ага. Лучше все сразу снять. Есть такое. Ну, подрезанный. Установлен выставленный просвет на багажнике, потому что это говно всегда открывается. Много чего по мелочи, квадстикерс, пленка, сами клеить не стали, потому что это ультра заебно. В итоге дали, все поклеили, также пользовались детальчиком, залепили приборку, выяснилось. О, это хорошо. Еще не стоял последний патрубок шноркеля на вариатор. Я с Лехой говорил. Подогрев ручек. Подогрев ручек, курка газа, снят лишний пластик. Ладно, ну, поехали, короче, кататься. Короче, много еще по мелочи, ну, да. Так уже и не вспомнить. Лех, я на твоем, да, чуть-чуть? О-хо-хо-хо! Подключу полный привод. А, он и так был.
легкий подъем летом. Сейчас превращается даже уже на полном привозе приходится ехать. Небольшая остановочка на красивом виде. Вот так это все выглядит. Конечно, очень мокрый и мягкий грунт. Тяжело прям ехать. Мы пока держим свой путь по газопроводу. Здесь начался немножко снег. Потому что до этого мы ехали практически по льду. Заезжаем в лесок первый попробовать. Чаще. Начался наконец-то оффроуд. Так, мы выехали снова в лесочек. Мне кажется, ты не проедешь.
ожидали, что сегодня будет по прогнозу, потому что с утра было холодно, ветрено и дождь. А сейчас прям хорошо стало. Радует глаз. Едем по другому гайдику в сторону дома. Поэтому, если что-то будет интересное, включимся чуть попозже. Плотненько по ходу двигается, поэтому я думаю мешает. Врангер здесь спокойно заехал. Хорошо. Все закончилось, все проехали, не спеша покатались, поэтому спасибо, что смотрели. Ну и до следующего видоса через 2 недели. Так, я вообще не понимаю, куда мы приехали. Я думал, на том моменте видео закончится, но нет. Очень интересное место какое-то. Ой, блин.